Выставка «Цветы Экспо» отраслевая и в основном рассчитана на оптовиков. Но каждый может найти что-то интересное и для себя. Так сделала и я. Обошла все, поговорила с производителями шлангов. Мне кажется, это очень важно, потому что трудно подобрать шланг правильный для участка. С производителями удобрений, с производителями аккумуляторных опрыскивателей. Встретила друзей, увидела выставку конкурсных работ флористов и много всего интересного подобрала для вас. Так что будем ходить по выставке, разговаривать, общаться, узнавать что-то новое. Оставайтесь со мной в этом выпуске, и даже если вы смотрели чей-то выпуск, вам будет интересно. Добрый день, мои дорогие подписчики и гости канала. С вами Таша Мулярова на моем канале «Жизнь без дублей». Мы с вами находимся на выставке «Цветы Экспо» в Крокус Экспо. Сейчас мы находимся в том зале, где в основном срезка цветов представлена. Я думаю, что именно для нас с вами здесь мало интересного с точки зрения применения у себя в хозяйстве, но посмотреть на красивые цветы мы тут вполне можем. Я поэтому именно с этого зала и начала наш выпуск. Сегодня будет небольшой обзор выставки. Сейчас пройдемся, посмотрим, может быть, встретим кого-то из знакомых. Полюбуемся цветами и полюбуемся новинками, которые представляют производители удобрений, производители рассады и всего разного интересного. Я, кстати, видела очень много кашпо для нас с вами садоводов. Ну а начать я хочу со стенда моего любимого удобрения, которое я использую у себя в саду уже больше года. Это удобрение компании Green Life, органическое удобрение. И, как всегда, для всех моих подписчиков по промокоду, который я дам в описании к этому видео, будет скидка 20% на любую покупку, без ограничений по времени, вот так скажем. Посмотрите, какая большая линейка продукции представлена у Green Life. Это полностью натуральное органическое удобрение, действительно увеличивает урожай, что я неоднократно испытала в своем саду-огороде. И уже от вас много подтверждений и хороших отзывов, что вы пользуетесь этим удобрением. Удобрение содержит в себе фульвоэгуминовые кислоты, добывается из низинного торфа, полностью, так скажем, органическим методом, то есть без использования всяких химических добавок. И такой есть, скажем, топовый контент у меня на канале. У нас есть прямой эфир с директором по производству компании Green Life, где он реально берет вот эту бутылочку и пьет оттуда удобрение. Ссылочку тоже оставлю вам. Почему это возможно сделать? Потому что удобрение полностью органическое. Более того, фульвоэгуминовые кислоты даже используются при изготовлении БАДов для людей. И, по сути, это те вещества, которые являются плодородием почвы и помогают для проводимости химических элементов основной группы в растения. То есть можно использовать параллельно с обычными минеральными удобрениями, и это будет повышать урожайность на ваших участках. И, кстати, очень хорошо в связи с наступающим зимним сезоном для комнатных растений. Прям советую вам попробовать. Они просто оживают. Вот моя мама, например, стала поливать по моей наводке все свои цветы и очень довольна. Ну что, а теперь давайте с вами прогуляемся дальше по выставке, полюбуемся для начала розами. Как я уже сказала, в этом зале в основном представлены срезанные цветы. Ну, оптовые поставки для салонов, я так понимаю, для флористов, для цветочных салонов. Но посмотрите, какие великолепные розы. Мы с вами можем любоваться с точки зрения просто красоты, да, для глаз. Ну и также можем увидеть, если где есть, я буду показывать название. Pink O'Hara, например. Посмотрите, какая красота. Это компания «Во имя розы». Есть такие магазины цветочные, и они также поставляют оптом. Вот это, посмотрите, какого лавандового цвета. Называется даже букет лаванды розы. А вот здесь какое красивое, да, соцветие. Тоже интересное сочетание цветов, два сорта. Thank you.
кстати, очень интересно. Стенд написано «Розы Удмуртии». Смотрите, какие потрясающие тут сорта. Я подумала, что, может быть, среди моих зрителей есть флористические салоны какие-то или флористы. Может быть, вам тоже пригодятся эти координаты. Вот давайте я вам покажу. Вот давайте я вам покажу буклет этой компании. Кому будет нужно, можно поставить на паузу видео и связаться. Видите, из Ижевска компания. Вы сами выращиваете или поставляете? Выращиваем. Выращивают сами. Представляете? Это потрясающе. Какие красивые розы. Это особенно приятно, что это у нас выращивают, а не откуда-то привозят, правда? Потому что здесь много именно поставщиков из Эквадора, еще откуда-то, я не очень в этом разбираюсь, но вот это все, что я вам сейчас снимаю, это наши розы, которые выращивают в Ижевске. Хотя я понимаю, что нам здесь с вами, может быть, не так пригодится в наших садах, потому что здесь в основном для флористов, но прям уходить из этого зала не хочется, потому что такая красота. Посмотрите, какие гигантские шары мультифлор. Невероятного размера, правда? Это все для озеленения и для ландшафтного дизайна. Но я такого вообще не видела ни разу. Прям потрясающие шары. Давайте мы отсюда все-таки переместимся и пойдем во второй зал, где представлено то, что может заинтересовать нас с вами. Это различные удобрения, кашпо и питомники, которые уже продают для частных хозяйств и приусадебных участков. Слушайте, ну прям такая красота, невозможно пройти мимо, согласитесь. Смотрите, какие гвоздики по цвету, да? Ну, это все оптовые компании, вот идут переговоры на стендах. Выставка, кстати, большая достаточно. Вот как раз сады Аурики, чей грунт я, например, люблю использовать. У них на стенде представлено большое количество кашпо. Так, проходим дальше. Вот компания Flora Plast, которые тоже различные кашпо. У меня, кстати, есть такие кашпо, я на Озоне покупала. У них очень удачная продукция. И вот недорогие эти кашпо, насколько я помню. Посмотрите, какие интересные. Да, красиво. Поговорила с компанией вот этой Flora Plast, они поставляют только оптом, но я еще раз говорю, что кашпо я вот лично покупала на Озоне. Итак, мы с вами перешли в другой зал. Выставка, конечно, больше ориентирована на опт, но что-то интересное для себя можно почерпнуть, в том числе и какие-то идеи. Вот тоже смотрите, какие интересные кашпо, правда, красивые. Вот называется вот так. Это тоже, я знаю, что можно на Озоне купить. Я видела там такие. Это вам просто как мысль. Ну, мы с вами гуляем в том числе и обзорно. Вот, например, здесь оборудование для цветочного бизнеса. Ну, мне кажется, это тоже может быть информация полезная тем, кто не посетил выставку, да? Ну, например, собирается открывать какой-то цветочный салон или цветочный магазин. И вот можете увидеть, что здесь вот была компания с таким оборудованием. Прямо оборудование для цветочного бизнеса. Вот Зёма. Садовый инвентарь, в том числе как раз вот аккумуляторный опрыскиватель, как у меня. И большой выбор вот садового инструмента тоже под этим брендом Зёма. И вот как раз я поговорила с представителем компании Зёма, и он нам любезно предложил рассказать об их опрыскивателе, который я очень тоже люблю. Вы знаете, что у меня вот такой опрыскиватель Зёма аккумуляторный, и он просто изменил мой огородный сезон в этом году в плане улучшения.
Добрый день, меня зовут Роман. Я вам сейчас расскажу про двухлитровый опрыскиватель. Это на сегодняшний день хит продаж, и я объясню, почему это хит продаж. На сегодня завоевал такую популярность, что его даже подделывают. И можно найти много подделок в интернете, будьте внимательны, потому что у нас есть единый авторизованный продавец на маркетплейсах, это компания «Семь семян». Ну и плюс в рознице продают достаточно хорошую, качественную продукцию нашу. Смотрите, чем отличается от большинства опрыскивателей. Здесь есть такая мерная полоса. Для ее производства стоимость производства этой колбы в два раза удорожается, поэтому как минимум это первый этап на качество нашей продукции. Дальше, чем мы отличаемся от большинства похожих коллег по рынку, это усовершенствованными материалами. Здесь аккумулятор литий-ионный, который достаточно, скажем так, много весит. И если мы возьмем там те, кто там другие какие-то поделки, которые продаются, просто их взвесим, разница в весе будет там существенная. Второе. Извините, то есть вы хотите сказать, что вот этот двухлитровый, он тоже аккумуляторный? Да, совершенно верно. Ой, это потрясающе. Это я не знала, что такое есть. На 7 семян можно купить, да? Совершенно верно. На 7, в магазине 7 семян, в интернет-магазине, либо на маркетплейсах. Также можно спрашивать в розничных сетях, а также в магазинах 7 семян. Это наш стратегический партнер. Еще один важный момент. Комплектующие, которые здесь производятся, это комплектующие от именитых производителей. То есть это не те производители, которые кустарные делают. Мы всю продукцию свою собираем по опрыскивателям, собираем в Китае полностью, собираем, ну, там все производство, ну и, соответственно, здесь у нас уже там происходит продажа и продажа по всей дилерской, дистрибьюторской сети. Так вот, мы очень внимательно относимся к поставщикам комплектующих, поэтому у нас наименьшее, в принципе, количество рекламаций по данным видам продукции. И если обратиться к партнерам, там, которые продают нашим продавцам, потому что мы сами производители, мы сами не продаем, мы можем сказать самую главную и важную вещь. То, что мы являемся одним из самых высокооборачиваемых продуктов на рынке. Понятно. Ну, у вас действительно очень качественный опрыскиватель. Я вот пользуюсь и довольна. Спасибо. Спасибо вам большое за такой обзор. Мы даже и не знали о том, что вот они такие есть, аккумуляторные, двухлитровые. Согласитесь, что двухлитровый аккумуляторный, это правда очень удобно, потому что бывает надо что-нибудь такое, ну, в небольшом объеме развести, чтобы опрыскать рукой неудобно, а 10-литровый заводиться не хочется. Поэтому, мне кажется, такая актуальная информация. Ну, а мы с вами идем дальше, проходим по второму залу. Попутно я смотрю, чтобы такого интересного вам еще показать и рассказать. На выставку я приехала сегодня, так скажем, одним днем. Встречалась здесь на стенде компании Green Life со своими подписчиками и читателями, подписывала книги. Вот, смотрите, компания Агромир. Видите, большой выбор гортензии и рододендронов. Это такое растение, которое сложное, поэтому не лучше. Вот он у вас такой народ, радуется, что он у вас не болел. Я смотрю, продавцы консультируют. Компания Lampa Pro, наверное, производит светильники всякие. Так думаю. Что еще тут у нас? Сад чудес. Грунт различный представлен. Ну, я говорю, в основном здесь все ориентировано на опт, насколько я понимаю. Поэтому вот я тоже с Green Life разговаривала. Они, конечно, продавали эту розницу тоже, но больше были заинтересованы, ну, и сказали, что выставки в этой участвуют ради таких контактов оптовых. По поставкам в магазины. Вот здесь, видите, это какие-то искусственные цветы, но это тоже товары для флористов. Упаковочные материалы, вот видите, большой выбор. Что еще? Garden Plus, тоже производство изделий из пластика. Я думаю, что такой мой небольшой обзор как раз будет вам полезен, если вы не ездили на выставку. Вот посмотрите, и на следующий год вы можете заранее для себя принять решение, нужно вам сюда ехать или нет. Потому что все-таки выставка для оптовиков, для производств. Вот тоже видите новогодний декор уже тоже флористический.
продается всякий, ну, представляется, да, для того, чтобы флористы могли себе приобретать. Ну, и нам приятно походить, посмотреть, но учитывая, что все-таки в Крокус-экспо еще надо постараться, потрудиться, так скажем, доехать, то... Вот скоро состоится выставка «Нетипичный садовод», которую Анна Акинина проводит. Я думаю, что там будет именно для нас с вами поинтереснее. Там она будет более такая специализирована для садоводов и дачников. Здесь вот сцена, на которой проходили тоже разные мастер-классы, выступали садовые блогеры продвинутые и популярные перед своими зрителями. Это было в первой половине дня, сейчас уже 5 часов вечера, и вы видите, что выставка, в общем-то, опустела. Вот, вы знаете, я здесь пока шла по выставке, увидела компанию «Резинотех», которая выпускает шланги. И для меня это действительно актуальный вопрос. Вот мы с Валерием Леонидовичем сколько раз пытались заменить шланг, а у меня сейчас такой мягкий тканый шланг. И так как у меня практически нет напора, то могу сказать, что не очень он себя показал. А также у нас есть другого типа шланги, но они все либо слишком жесткие, либо слишком мягкие. Ну, в общем, мы здесь в магазине пытались купить шланг для сада и не смогли определиться. Вот представитель этой компании любезно согласился нас просветить. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Вадим. Я готов вам рассказать немного о шланге. Шланги у нас представлены, на самом деле, от эконом-сегмента до люкса. А в случае, если мы говорим... Давайте, наверное, с вашего вопроса начнем. Да. Какой шланг лучше всего взять? Да. Шланг лучше всего взять с толщиной не менее 3 мм. То есть можно примерно либо на глаз оценить. В случае, если есть с собой линейка и так далее, это довольно-таки легко сделать. Mm-hmm. Приложили, посмотрели, оценили. Это толщина 3 мм? Толщина 3 мм имеется в виду самой стен. Ага. Один это не маркируется? Вот она, когда упаковка. Нет, это не маркируется. Лежит, не маркируется. В этом как раз-таки есть определенная хитрость. Да, это никто, как правило, не пишет. Угу. Вот, поэтому вам могут продать, как, скажем так, хороший шланг, да, вот, имеющий хорошие характеристики, так и плохой. А на что еще обратить внимание? В первую очередь нужно обратить внимание на его гибкость. Насколько mm-hmm. он гибкий, насколько быстро он возвращается в исходное состояние свое. Mm-hmm. Вот. И это как раз будет говорить о качестве самого сырья, которое в нем используем. Mm-hmm. Если он эластичный, гибкий, быстро возвращает в свое исходное положение, это говорит, скорее всего, о том, что он хорошего качества. Можно его как поломать, это я уже сделал, да, можно также попробовать сжать. То есть он довольно-таки быстро должен вернуться в свое исходное состояние. Mm-hmm. Если мы говорим о шлангах эконом, да? Вот у меня вот такой был шланг. Ну, это самый дешевый шланг, по сути, это, mm-hmm. скажем так, с 90-х еще у нас эта история пришла. Mm-hmm. Вот видите, у него след до сих пор остался, только-только начинает выпрямляться. Ну и надо понимать, мы на выставку, конечно, подобрали шланги, скажем так, с хорошим сырьем. То же самое здесь. Mm-hmm. Ну, это видно, по mm-hmm. кадровке можно будет увидеть, что он медленнее. Приходит в свое первозданное состояние. Второй, вернее, наверное, уже третий показатель, да, это шланг 3/4 25 метров должен весить где-то около 6 килограмм. Ага. Это будет говорить о том, что шланг, с одной стороны, да, он довольно-таки увесистый, но с другой стороны, он будет говорить о своем качестве. Потому что, как правило, люди, которые производят шланги, затрачивают на нее там порядка 6 килограмм сырья, вот, они стараются туда вложить определенное качество и определенный срок службы. Это из физических параметров. Что касается параметров технических, вернее, скажем так, которые глазу нельзя сразу обнаружить, это можно взять, понюхать шланг. Uh-huh. Если он, у него есть сильный запах химический и так далее, это говорит о том, что, скорее всего, в изделии используется вторичное сырье. Такие шланги лучше не брать, не приобретать. Вот, потому что вторичное сырье от первичного, понятное дело, что отличается как таковое, вот, но в первую очередь это сказывается на сроке его службы. То есть вторичное сырье, оно по сроку службы может, если это хорошее вторичное сырье, быть меньше первички процентов на 20, а может и на все 50-60. То есть это тоже очень важно. А ну, скажите, вот, а вот ОФ-фильтры добавляют изготовители шланги, чтобы они ОФ-фильтры, чтобы они не разрушались под воздействием солнца? Обязательно. Как добавляют. Определить, это по маркировке или еще как-то? Нет, маркируют на самом деле все. То есть это, с одной стороны, стало маркетингом, на самом деле это априори должно быть. В любом шланге защита от
Вот по какой маркировке можно? Или это не это даже, ну вот оно обозначено. Просто должно быть это, да? Да, это в любом случае априори должно быть. Ну, дальше это перешло в некий, скажем так, инструмент маркетинга. Да. Любой производитель, более-менее себя уважающий, он обязан это в любом случае выдавать качественные компоненты сырья. Ну вот это так, а чем они отличаются, например? Вот это какой-то армированный, что ли? Фланги могут отличаться количеством слоев. То есть есть фланги, самый стандартный массовый сегмент бюджета, но при этом довольно неплохого качества, это трехслойные шланги, как правило. И в зависимости от того, какая система в нем применена вязки, можно определить, насколько он, ну скажем так, имеет какие-то новшества. Вот это вот изделие сильно отличается визуально по вязке от вот этого изделия, если посмотрим. На мой вообще не отличается. Нет, отличается. Здесь диагональная вязка. Здесь использована так называемая НТС-система, которая создает больше сопротивления к заломам и к скручиванию. За счет того, что диагональная вязка, она в постоянном упругом состоянии держит саму площадь самой трубки. Вот, здесь более классический вариант. Использована просто обычная навивка. Вот, это как один из вариантов. Второе, на что надо обратить внимание, это плотность самой вязки, то есть плотность охвата нитки площади трубки. Если вы посмотрите, то здесь это сегмент как раз ближе к премиуму. Он стоит порядка где-то процентов на 30 дороже стандарта. Вот. И почему? Потому что, во-первых, здесь также три слоя, но здесь вот посмотрите, плотность самой вязки, если можно, приблизить максимально близко. Вот, ну, условно, по пальцу будет понятно, да? И давайте я руку положу теперь вот здесь вот. То есть плотность охвата площади трубки, она значительно выше, чем здесь. За счет этого создается дополнительный коэффициент полезный, скажем так, против заломов и скручиваем. Понятно. А вот чем принципиально, например, отличается вот такого типа, ну вот эти, да, шланги, вот от такого? Это уже ближе к эконом-сегменту представлена продукция. Она у нас, ну скажем так, вот он эконом, самый дешевый вариант, массово, который все уже знают, все его давно покупали 10 раз, и потом переходит на что-то более качественное. Вот это следующий этап, скажем так, выбора у потребителя, он тоже дешевый, но все-таки чуть покачественнее. Ну и дальше поехали уже. Ну и, соответственно, у вас марка вот такая, да, и она есть, наверное... Она есть во всех сегментах представлена, да, потому что потребитель... Ну, я имею в виду, представлена на масс-маркете, она, наверное, и во всех магазинах. Спасибо вам огромное, я думаю, что это очень полезная для нас садоводов информация, правда? Да, выбирайте шланг правильно. Да. Ну, не до свидания, я-то с вами не прощаюсь. Идем искать дальше. Вы посмотрите, несмотря на то, что выставка в основном оптовая, всегда можно найти что-нибудь интересненькое. Интересно, что у нас интересненькое, что нас ждет дальше. Идем вперед. Ну, представлены различные удобрения, биодобавки. Здесь вот посмотрите, какая-то выставка, это, наверное, какой-то конкурс флористов, может быть, не знаю. Очень интересные. Эти работы с показом. Да? Вот это не с конкурса, а вот там конкурс. Ага. Вот видите, какой-то здесь конкурс и показ. Но смотрите, какие интересные идеи. Чемпионат даже. Видите, я ничего не знаю. Меня тут посвятили. Раз в году чемпионат. И у нас с вами есть уникальная возможность посмотреть конкурсные работы. Мы же с вами любим букеты составлять. Композиции. Такие маленькие шедевры из цветов. Конечно, цветы – это бесконечный источник для вдохновения флористов. Тоже у каждого свой собственный взгляд, какие-то особые приемы используют, особые материалы. Вот посмотрите, как интересно, что-то невообразимое. Гамма цветовая, красивая, правда, у этого букета? Ага, вот написано, российский чемпионат флористов 2023. А вот тоже какая интересная, правда, работа? Уже как произведение искусства.
Ну, мы с вами идем дальше. И, в принципе, уже видите, ближе к 6. Народ расходится, уже такие пустые, так скажем, коридоры появились. Ага, вот, например, какие-то владимирские розы тут представлены, пожалуйста. То есть в розницу тоже можно купить. Вот питомник растений «Ваш сад». Смотрите, какое большое количество саженцев в таких красивых горшках. Много роз. Это написано «Ваш сад, Москва». Сайт вот у них тоже есть. И те, которые клиенты, которые поближе здесь живут, потому что у нас вот этих вас. Так что вот кто хотел много роз, посмотрите, какого хорошего качества саженцы. Ой, какой аромат тут потрясающий. Я нагнулась, когда снимала, и тут вообще так пахнет розами. А помните, в начале выпуска первые кадры, там штамбовую розу грузит в машину. Как раз вот с этого стенда. Я сейчас по горшку так узнала и поняла. Мне кажется, что качество вот эти саженцы, правда? Вот еще одна компания Ella Plastic Plast. Они, смотрите, какие большие кашпо. Вообще сейчас, конечно, при желании можно вообще любые кашпо найти, правда? Так, ну что, мы, наверное, с вами такое самое основное все обошли. Во всяком случае, что мне попалось. О том вам я рассказала. Ну, я думаю, что про буськи удобрения нет смысла рассказывать. Про них и так все, по-моему, знают. А рацион тоже. Вот сейчас еще дойду до стенда аминосила. Кстати, очень хорошие витамины для растений я тоже использую. И там мы договорились встретиться со Светланой, с каналом Светланы Ладисад, которая тоже приехала на эту выставку. И будем уже заканчивать и выдвигаться домой. А вот и Света. А вот какие люди. Да, здравствуйте, Борис. Я давно хотела с вами познакомиться. Вот смотрите, кого я вам. Видите? Борис. Из Алтайского края. Светлана, да все мои зрители вас знают. Да? Вот видите, конечно. Мы все в одной цветочной сетке находимся. Конечно, в цветочной сетке. Хорошо, не в одной упряжке. Да, хочу в одной упряжке. Мы можем в одной упряжке. Ютуб – это большая упряжка. Да. Упряжка. И самое главное – добрая, позитивная. Да? Цветы наши. Конечно, цветы – это красота. Я еще не видел. Молодец. А никто не я же, конечно, вы что, я подписан на вас, да. Что да. Обязательно, обязательно. Я так сказать, мы с вами тоже снимем маленький сюжет для моих зрителей. И сделаем с вами селфи. Хорошо. Вот видите, каких интересных людей можно встретить на выставке, кроме той полезной информации, которую мы только что с вами узнали. Да. Знакомилась с Борисом. Лично, лично. Лично, да. Лично с Борисом, не просто так. Друзья, всем удачи и пережить зиму и, конечно, приступить к следующему сезону. Да. Ну, пока у нас происходили встречи, тут уже стало все постепенно закрываться. Вот видите, тут есть и фертика, и аминосил. Ну, все крупные удобрения, в общем-то, представлены. Как я вам сказала, уже вот аминосил тоже. Я его, кстати, совершенно случайно купила весной у нас в садовом магазине в Александрове. Использовала в этом году для гортензии и универсальный. И мне, в принципе, понравилось. То есть это витамины. Здесь большой очень комплекс в одном флаконе. Вот на гортензиях я прям считаю, что очень хороший у меня результат. Прям хорошо у меня в этом году цветут гортензии. Так что, ну вот обратите тоже ваше внимание. На этом мы хотим с вами попрощаться. И хоть Света со мной не была во всем выпуске, но она была со мной на выставке. Да. Вот, поэтому подобные выставки – это место встречи друзей, да, получения новой полезной информации. Много. Вот, поэтому большое спасибо, что были с нами. И до новых встреч на новых полезных выставках. А с вами была Таша Мулет. Ладисад. Пока-пока.